начали. И всем привет, дорогие друзья, с вами кто? Ангелина! Что? Ангелина и Турбоёжик. Мы будем выживать в мире роботов. Точнее, мы не будем здесь выживать, мы здесь соберем ресурсы, чтобы построить подводный дом. Пошли, короче, всякие вкусняшки соберем. Вкусняшку мы будем собирать. О, давай лучше морковка, она вкуснее. А я на другом месте пойду. Вообще все собирай. Ай. Вон золотые коровы, с них падает. Ну мы должны до вечера отсюда, Ай! Вот от меня муравей ударил. Ну конечно. Такую только бить. Ты его сама спровоцировала. Да. Может картошечку? Бери картошечком. Любишь картошку? Конечно. Абсолютно. Кто любит картошку, дорогие друзья, напишите в комментариях. Ну, имеется в виду реальной жизни, а не в Майнкрафте. Ну, можно и в Майнкрафте. Я, да, обожаю. Короче, у нас очень мало времени, обожалка. Ночью мы должны отсюда уйти с этого мира, потому что здесь будут спавниться злые страшные роботы, против которых нам не устоять пока что. У нас нету хорошей брони, хороших оружий. Нам нужно в деревнях найти, короче, кирки, всякие железные вещи, все такое. Это наиболее быстрый способ развития в моде Ораспаун. Это мод на динозавров. Но здесь тоже есть свои тонкости и сложности. О, табличка какая-то. Табличку убьешь, с нее изумрудик падает. Из изумрудиков можно делать броню. Броню можно? Эй, а что мне не выпало изумруд? Ну, значит, ты неправильная. Я? Не, ну там с одной падает две, с одной ничего не падает, с одной падает одна. Вот так, как повезет. Так, недавно, по-моему, уже есть. Слушай, я не могу найти. Меня муравьи убивают, но у меня нету даже этого. Меча. Я тебе давала. Деревянный. Ну и что? Нафиг мне твой деревянный меч. Да будем. Слушай. Что? Я не могу понять, где? Я? Где в деревне кузница, в которой, ну, все эти фигни есть. Я уже вторую деревню прохожу, ничего не нахожу. И, кстати, мы там жарили мясо, мы его там так и оставили. Ах ты, забыл про мясо. Да, оно много жизни пополняет. Ты жестокий. Это ты жестокая, я все забыла. Ты же женщина, ты должна следить за кухней. А ты мне кухню сделал? Я тебе печку поставил, тебе хватит. Кухню и сделай. А то я тебе еду. Даже еду поставил. Не могла проследить. Я тебе добыла еду, картошечку, яблоко. Мне ничего не добыла. Ой, это белка? Не трогай белку, она опасный моб. Это не опасный. Очень опасный, она в голову вцепится и мозги съест. Ну да. Такая милашечка, даже меня не будет. Осторожней, голову не нагинай к ней, а то съест мозги. Она уж маленькая. Слушай, я не пойму. Здесь, возможно, по-другому выглядит эта кузница, в которой... Сувенирчики всякие. Я не нахожу уже в третьей деревне этот, ну, сундук. Кстати, нам надо дерево или как? Нам сундуки нужно искать побыстрее. Ой, сейчас я вам сделаю сундуки. Сделаешь? Там их не делать, а найти нужно. Зачем тебе найти? О, вот я нашел кузницу. В сундуках ресурсы хорошие. Ты нашел, как всегда. И ты, как всегда, куда-то убил. Ой, все, нет, это плохо. Вечер. Вечер? Да. Нам нужно быстрее туда. Так, я тебе тпшни. Тпшись. Так, все. Ой. Тут одно золото всего. Одно железо и железные эти. Кстати, что там есть? Что-то? Ботиночки, ты уже забрал. А. Сделай опять день. Ну его нафиг. Ладно. Так, день. А сейчас буду говорить, Ангелина читер. Ангелина читер, смотрите, дорогие друзья. Пошли таблички разрушать. А вот я сам, дорогие друзья, он сам мне вот плохо. Видите, изумрудик выпал. Изумрудную лопату можно сделать. Это неудача, поэтому. Так, не трожь. Еще один изумрудик. Не трожь. Ты еще и свалилась там. Нет. Ну ты смотри, смотри, чтобы нам больше найти, ты беги в одну сторону, я в другую. Не надо. Все вместе. Тебе белочка чуть не нападала. Эти девочки. Уже мне по горло сыт этими девочками, честно говоря. Девочки милые, они злые. А ты вообще не девочка. Я девочка. Ты мальчик. Ой. Я не мальчик. Пацан. Не, вообще мужик. Мужик.
муж. Дорогие друзья, ну сейчас все было, некоторые играют, девочки, уже Майнкрафт. Чего? Играют. Я на микросервисе играю, и ничего, там девочки лучше играют. Да ладно, круче? Да, там пацаны всегда круче девочек играют. Ты так думаешь? Да, стопудняк. Вот подписчики, дорогие, напишите в комментариях, кто круче играет, девочки или мальчики? Короче, будет у нас будет батл мальчиков и девочек. Так, не смей мой брать это. Эй, мой алмазик. Ха, я забрала. Ты, я ж тебе говорю, иди в другую сторону. Что тут непонятного? Я сейчас убью, я тебя убью. Смотри. Не надо меня убивать. Ты лучше иди в другую сторону, как я тебе говорил. Ладно. Бежит за мной. А ну-ка тебе нужна. Если ты мне нужна будет, я тебе скажу. Помоги, ты мне нужна. Ну, когда я тебе это говорил уже в прошлый раз, это мне не помогло. Меня скелет убил. А чё ты так, а? Ты разозлил скелетика. Разозлил скелетика, могла помочь. Хотя бы вещи мы не потеряли. Я только ушла, тебя уже убили. Так, отошёл же ты. Вот видишь, ты специально на меня заагрила скелетика. Я? Ну, не я же. Я сказала просто скелетик и все. И он ко мне стрелять начал, да. Да. У тебя так. Дурной глаз. Вот слушай, так. Я сколько деревень облазил, блин, ничего ценного. Вот ужас. Ну, только одну железка, два эмеральдика. Так. А табличек почаще, таблички нужно разрушать, так, это так. Выгоднее. Ай, куда табличка? Где табличка? Уже видела табличку. Таблички выгоднее разрушать, чем в этих сундуках копаться, походу. Но в них может быть там седло или еще что-нибудь такое прикольное. Седло. Ну знаешь, седло, чтобы кота. О! Да. Так, главное, чтобы ко мне она не тпшнулась. Сейчас я такую интересную вещь нашел. Что? Это только мое. Да выбирай. Она даже видеть не должна вот это. Дорогие подписчики, даже не пишите в комментариях, что я нашел. Да не по... А я посмотрю видео, вот. А я буду отворачиваться. Как? Я буду смотреть. Я все уже забрал это. Это вообще что-то с чем-то. Пишите лучше, что там? Не пишите, подписчики. Пишите. Вы же мои подписчики. Не надо ей писать ничего. А у меня тоже надо подписчики. Нет, мне никто не подписывает. Тебе не нужны. Нужны, дорогие друзья, нужны. Не нужны тебе подписчики. Ты и так хорошая. Эти подписчики. Подписывайтесь тоже на канал. Рекламирует, смотрите свой каналчик. Я? Вот у меня эмеральдовый меч, я ее найду и накажу за это. Не накажу. Ты пышешь сейчас. Так, давайте-ка я сделаю железную лопату. Нам скоро нужно будет отсюда выбираться, слышь? Да. Мы уже вроде добыли довольно хорошие ресурсы. Но у меня только брони нету никакой. У меня тоже. У тебя ботинки есть, вот. Господи, что здесь скелет делает? Хочет убить тебя. У меня и штаны есть. Ну ладно, штаны, ладно. Чего штаны, ладно, мои штаны. Выбирай. В смысле забирай, они и так на мне. Ну ты ладно, уже забрал. Так. Нам нужно муравья искать срочно. Ну куда ты так далеко ушел, а? Ты пышешься. А потом будешь опять говорить, что ли? Вот когда я говорю тпшись, а ты пышешься. Когда я тебе ничего не говорю, не надо тпшиться. Чувствуешь разницу? Чувствительная натура ты у нас. Да ты недалеко убежал как-то. А, опять вечер. Ничего, нам нужно муравья найти. Найди муравья. Ох, я нашел опять. Да ты издеваешься. О, обсидиан, тут все такое. Портал в ад можем построить. Не можем. У меня 3 изумруда. У меня 1 изумруд и меч. А там сварился. Муравья найди. Да найду я тебе сейчас где-то видео. Муравейку. Вот теперь мы должны держаться вместе. Вот, точно. Опять ты куда-то пропал. Иди за мной. Я это, думаешь, вижу уже? Маленький крипер здесь взорвался. Че, разве есть маленький крипер? Есть такой колобочек, который взрывается. Да, ты так далеко убежал. Я эмеральды собираю.
О, я нашел красного. Ну, красный это еще хуже. Ой, ну. Ой, роботы, елки, елки, елки. Зарывайся. Нет, уже поздно. Да мы недалеко так были. Пошли. Ой. В шахту, пошли в шахту. Да, это что такое? Пошли в шахту сюда вниз. Так, а у нас факел есть? Эй, факел, давай сюда быстрее. А, уголь. Куда нам там? Нужно срочно выжить, понимаешь? Понимаю. Мы только здесь выживем, потому что... А, мы... нет, у меня есть. У тебя есть еда, там что-нибудь такое? Да, есть. Вот, даже я тебе... Вот, да. А, крипер! Я его убил. Тебе дать еду? У меня дофига еды. Но вот. Меня все равно никто не кормит. О, зомбик. Я даже тебе еду собрала. Вот когда надо, тогда бы давала, а не сейчас. Где ты, моя девочка? Пошли добывать ценные ресурсы. Пошли. О, так? Тоже сделал кирку себе. Давно, я ее нашел в этом. А. О, господи, тут такая высота прикольная. Да? Так, пошла я пока что больше. Чем ниже мы спустимся, тем больше ресурсов можем найти там. Вот я нашел это. Что? Лавку. Слушай. Что? Ничего, я тебе не скажу ничего. Вот так. Говорят, слушай, а потом ничего. Ну, жизнь такая штука, она несправедлива, бла-бла-бла. Ой, зомби. И вот везде лазю, вот что-то не нахожу ничего ценного, кроме золота там, вот этого фигового. Кстати, желез нужно. Угля, железо. Железо нужно. Я что, не на достаточной глубине, что ли? Какая глубина здесь? 11, вообще самая идеальная глубина. Так, сейчас я сделаю себе. Ау, мой палец. Да, угадать ты опять. Это, поранился. Ой, зомби, вот ты не вовремя. Не вовремя. Ай, все, все, все. Ты что, не можешь убить зомби? Не убил, но у меня мало сердечко. Я что, если еще раз меня зомби бьет, все, я умру. Поешь, блин. Да поем я сейчас. Так, вот. Толстуха. Я толстуха. Ты толстуха. Я только морковку ем. Дорогие подписчики, я ем морковку. Морковку. Толстей. Свинину она ест, блин, тоннами. Колбаски всякие там точат. Я не думаю, что я толстею. Да, будешь толстухой. Я тебя буду звать Пончиком. Миссис Пончик. Миссис Пончик, да? Миссис Пончик. Дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Миссис Пончик. Да, Миссис Пончик. Пончик. А если ты будешь дальше продолжать кушать, я тебя вообще Биг Маком буду звать. Миссис Биг Мак. А мне кушать хочется уже. Мне все равно, что хочется, не хочется. Вот так, дорогие друзья, даже покушать нельзя. Вот именно. Ей не дают мне покушать. А я по... Эй! Чё? Оу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Малыш! А, пошёл! В смысле пошел, малышка, у меня уголь нужен. Уголь? Повезло, я тебя добыла. Ты мне ничего не добыла. На. Уже не нужен. Да ты издеваешься. Я уже скрафтил. Я тебе могу железный меч дать, на. Зачем? Не что? Знаю зачем. Ой. Ты меня испугал. Тебе не нужен железный меч? А, ну давай. То есть у меня есть железо, у меня 6 железа. Так, вверх. Слушай, так. Мне нужно вот в воду всякое ненужное барахло скинуть. Так, давай фундук сюда дам. Я тебе ботинки еще дам, на. Так, давай. Носи на здоровье. Нет. Вот порох, цветочки, сырая говядина. А, стой. Вот это говно, вот это говно. Так. Вот это говно. У меня вторая кирка есть, железная. О, я могу сделать такое. О, ты что мне какую-то дал? А. Чё я тебе дал? Ты мне дал фру... О, блин, я англивки не очень знаю. Господи. Я немецкий учу, что вы хотите. Учи, учи, фашист. Да ладно тебе. Я тебе буду пончик-фашист. Гитлер-пончик. Гитлер-пончик. А это не мы выбираем, а директор выбирает.
Гитлер пончик все равно. Ай, меня скидывает в лаву опасное течение. Спасите, я компьютерный гений. Какой ты компьютерный гений? Супер мега хакер. Ой! Да. Ой. Так, ботиночки одела. Крипер, родной, ты что здесь застрял, что ли? Ой. Да, застрял. Роднулька. Сервисы, там тоже моды. Слушай, там. Мне надоело, мне нету никаких ресурсов здесь. А зато золото нашла. Этого золота дофига я пропустил. Ой, зато золото броню можно делать. Слабая. Нафиг тебе золотая броня, она хуже, чем просто мясо даже. Даже без брони, наверное, лучше, чем золотой. Нет, ты зайди, поиграем в их сервер. Не буду я в чужих серверах играть. Зато там куча модов, это тоже нормально. И что? И то. Блин, печка. Блин. Смотрела «Игру престолов»? Нет. Кто смотрел «Игру престолов», дорогие друзья? Напишите в комментариях, какой у вас любимый персонаж оттуда? О, обсидиан? Ай, кто меня убивает? А, маленький. Пиздюк зомби? Да, мало зомби. Я его убиваю. Он опасный. На. Может, я не знаю. Так. Да, я думаю, это... сейчас кто-то открыл. Я тут рою шахту, рою. Мы никак не создадим этот чертов подводный мир. Да, вечно что-то опять у нас сегодня. Ну, это сложный мод, что поделать. Он не простой, не легенький. Он легенький, когда у вас полная фуловая броня. Но пока вы ее добудете, вам очень опасно здесь жить, да? Конечно, да. А как тебя зовут дома? У меня Геля. Геля? Как бы гель для душа? Ну да, так где-то. И в школе также. Геля? Да. По танцам на танцах меня зовут Ангелина. На танцах? Да, на танцах. Я на танцах хожу. И что, и танцуешь? Да, танцую. Или просто ходишь? Танцую, танцую. Я думал, ты просто там. Нет. Да не бри, я все спрошу у твоих родителей. Спрашивай. Я со Светланой Михайловной знаком. Нет, отчество только другое. Ну, она мне так и сказала, что у нее отчество только другое. Да. Ну, я сказал, что, ну, давайте я буду шифровать вас. Буду эмеральдовой киркой добывать булыжник. Как будто реально, да? Я тебе мог железную кирку дать. Кстати, сколько тебе изумрудов? 0, 1. Издеваешься? Ну, я сделал кирку. Я добываю как экскаватор. Ну, тут вообще никаких ресурсов, ну, ценных. Только железо, уголь, мне надоело. Так, факел я сделала. Факел. Опять это железо. Господи. А что ты издеваешь, от рук нужно? Ну, голема можно замутить. Ты проще добыть. У нас же тыквы есть. Давай, добывай железо, короче, потом голема сделаем. Угу. Кстати, железо можно из робота добыть. Если его убить, там блоки падают железные. Думаешь, легко убивать? Нет, очень сложно вообще-то. Ну-ну. Если только ГГ-моды, то не, да. Если только в броне хороший. Тогда он мало урона наносит тебе. Не, робота очень опасный. Я тоже играю друзьями. Ну, голем прикольный, тема. Так. Что, печку сделать или как? У нас есть обсидиан, короче, можем в ад отправиться. О, класс. Так, а как ты добыл? Это надо алмазную кирку. Он в лаву. Ты чуть не упал в лаву. Нет, обсидиан упал в лаву. Я-то нет. О-о-о. Мне кажется, в мире роботов нету ценных ресурсов, типа таких там. Мне тоже так считается. Надо, короче, давай наверх поднимем. А! Есть один ценный ресурс. Какой? Скелет. А я тут
Сегодня. Который меня чуть не убил, и опять ты не помогла. Да как ты быстро шуфты бегаешь туда, как можно тебя спасти? Криперочек. Крипер, все, я в тобой иду. Пошли наверх, короче, копать. Пошли. Так, теперь золото можешь... не надо, да? Золото не надо. Не надо ничего. Я понял, что в мире роботов нету ресурсов в шахтах. Он только есть в других мирах. Мне нужно, знаешь что, Ангелин? Что? Мне нужна забота. Забота? Да. Будьте заботы. Кстати, видать еду или как? Кого? Еду. Не. Мне вот дофига еды вообще. Это еще одна шахта. Ну пошли наверх лучше. Так, у меня все кое-что сделаем. Представляешь, мы чешуни здесь встретим. Они нас съедят. Да. Тебя уж точно. Так, вот. Да, хорошая моя броня, да, хорошая. Не, ну нормально, прикольно. Это, знаете, как я... Блин, как я где-то... Сейчас... Чего ты там где-то, что-то там потеряла? Вот, я тебя вижу. Ты меня видишь? А ты думала, что ты слепая? Не увидишь никогда больше меня. Нет, другие же говорят, что мне друзья, что я тупая, да нет. Ты тупая? Не, слепая я. А почему, у тебя очки, что ли? Нет, у меня очки нет. А почему ты слепая? Не знаю, мне вечно все говорят. Ты меня не видишь опять. Вижу. Ты зло. Я? О, ты факелы ставишь, какая умница. Вот, что ты мне не говорил плохого. Ну я тебе... И когда ты хорошее делаешь, я тебе хорошее говорю. Когда ты ничего не делаешь или делаешь плохое, я тебе плохое говорю. Да уж. Добрый, девушек. Добрый. Ну знаешь, как приятно, когда ты копаешь, и за тобой ставят факелы. Я уже заметил. Так, а сейчас день или ночь? Не знаю, я помню, день или ночь. День. Все. О, муравейки. Пошли вот серого муравья, это рай. Серый? О, давай. Так, а где сервер? А, вот он. Серый, а не сервер. О, это ж коричневый. Коричневый, да. Ну, серый, коричневый. Да ё, зачем ты как... Ой, стой, муравей, стой. Блин. Ай, не в той, в той. Ты пешись, давай. Тут курицы, мы же хотели ферму куриц сделать. Да подожди, я с серой пытаюсь прийти. Быстрее, поп. Все, успел. Если знаешь, как буду, вот. Если ты не сделаешь, я тебя буду звать. Что, здесь лагает уже? Ну пока, да, будет лагать. Я, короче, здесь вообще безопасно. О, да. Здесь нету злых мобов, здесь вообще никого злых нету. Да, только муравей. Так, ну муравьи здесь злые. Сделаем, да? Сундуки сделаем. Нет, не сундуки. У меня есть. Ты где вообще? Рядом со мной? Привет, малыш. Малыш, да? Я как будто не малыш. Ну ладно, засранка. Не хочешь, чтобы тебя ласково называли, будем не ласково. Не надо, не хочу. Давай плавить железо. Здесь я поставлю C, точку. Ну эту. 35 наш, верно? Только курицы не убивай никогда. Не буду я убивать. А, кстати, на, держи вот это. Вот это. Зачем? Ну, курочку можно приманивать. Вот, видишь? А, да. Забыл. Давайте их размножать. О, давай. Кстати, я чего мне мои куровка? Курочки, давайте ко мне. Что? Так, коров буду убивать, чтобы вы не говорили, что... Ой, маленький цыпоточек, смотри. Цыпочка. Сейчас, цыпочка. Ой, лапочки. Чего к папочке? Я сказал лапы. Так. Давайте, размножайтесь, мелкие пушистые гады. А почему было 35 лет, а сейчас уже 5 сделано? Ну, переплавилось. Я в другие понакидал. Кстати, мы что, броню будем делать или как? Не, железо не для брони. Так, 4 в изумруду. Зомби! Они убивают наших курочек! Откуда здесь зомби? Я не знаю. В раю не должно быть зомби. Офигеть.
Они с нами тпшнулись. Наверное, вот отсюда. А, ну здесь... А, здесь спаунер зомби, смотри. Ой-ой-ой, ты что, издеваешься? Серьезно. И тут еще железо, порох, все такое. О, блин, бери, да, пригодится. Шинифер, так, ну, бери все, что хочешь. Там мне ничего не понравилось. Я ничего даже не взял, кроме железа. Господи, сколько у меня здесь барахло. О, еще одна железка. Все, у меня больше места нет. Знаешь, зачем нам нужно железо? Мы будем куриц ловить. А, куриц? Ну, так. Сетку сделаем, будем куриц ловить, и все такое. Так. Уголь тоже нам нужен в большом количестве. Слушай, так. Мне этот чертов уголь выпадает в виде уголя. Да? Шелковое касание у меня здесь. Так, чё? Я пошла наверх, короче, лишнее что-то выложу. Могла бы юбку одеть. А думаешь, у меня есть? Мне все равно, я ничего не думаю. Есть у тебя или нет. А если я засуну вот так? Так. О, он плавит, смотри, уголь в таком. Да, да, я вижу, вижу. Интересно, сколько он угля с одного расплавит? Один или два, три? Один. Ну, это неинтересно. Так, 25 нашли. Как-то мало. Слушай, какого фига? Че? Почему он плавит уголь в уголь? Не знаю. Наоборот должно быть. Так, вверх так. Вверх так у нас что есть? Так, смотри, давай попробуем картошку поплавить. Давай. Так, пшеник. Интересно, он расплавит картошку? Нет, нифига не плавит. Ну его нафиг, на, короче, добывай этот уголь. Уголь, дашь ли, да, я лишнее что-то выложу. Так, мы курочек поразмножали, поразмножали. Мне железо нужно. Железо? Надо вот в сундук я положил. А почему к нам корова приперлась? Корова? Ой, умерла случайно. Померла, беднягу. И мне сундук нужен. Ну, ты меч сделал, да? Себе меч сделал. А он уже давно у меня. Ой, я тоже могу сделать. Не надо мои эмеральды воровать. Это мои вообще. Это мои вообще. Бе-бе-бе. Мои. Бе-бе-бе. Вот так. Бе-бе-бе. Это мои. Нет. Убейте ее. Убей. Убейте ее. Так, ладно. Я тише. Вот так. Эй, тише. Ты что, офигел эмеральдовой киркой-то? Эмеральдовой этой. Да. Могла бы и убить. Еще броню покоцала. Броню? Я тебе. Ну не я тебе же. Так, ай. Ты давай сражайся с этими уродствами. Ой, ты бьёшь меня. Вот так как-то, по-моему, да? Так. Нет, не так. Наоборот. Куртки? А, кофточки. Так, пшеница. Ужас. Нитки. О, нитки можно лук сделать. Как раз. Стоп, Эндра, а как эту чертову клетку делать? Ты помнишь? Хлеб. И пшеницы, по-моему. А, все, понял. Где-то вот так. У меня 14 клеток, думаешь, нам хватит? Конечно, хватит. Все, ладно, тогда сделаю больше 16. 16 и 6 у меня, короче, я 6 тебе дам. Угу. Лови куриц, на. Так, подожди-ка, я лук сделаю. Если ты их не поймаешь, я тебя тоже буду курочкой звать. Подожди-ка, я вспоминаю, как лук делать. Я не помню, как он. Он не ловит куриц. Я не помню, как... О, поймал. Так. А, вот. Зачем тебе лук? Не знаю. А где куры? А, куры. Разбежались. Да? О, яичко снесли. О. Пригодится. Яички тоже пригодится. Да, я вот две курицы уже поймал. Короче, я не помню, как лук делать, не помню. Зачем тебе лук? А вдруг пригодит, все возможно. Он бесполезен. Так, вечер? Ну, вечер, ладно, пусть. Вечер с моря ду, вечер с моря ду. Так, куда пойдем? Я куриц еще, там только двоих-троих поймал, вот еще одна. Mm. О, вон там еще одна. Помни. Так, яйцо у меня есть. А, все, поймал. И вечер. Ненавижу вечер.
Может, алмазное дерево найдем, не знаю. Надо хорошо искать. Заодно я курицу подыщу. А можно вообще дом в дереве сделать? О, да. Внутри вот этих больших деревьев. А нет, это не алмазное дерево. Нет, алмазного я пока еще не видел. Надо искать. А, кто у меня опять убивает? Ну тут на вершинах этих деревьев есть эти. Ну, что на все не очень везет. Алмазы, блоки. Что на все не очень не везет. Я не пойму, что это фигня. А. Что? Показалось. Мне показалось, здесь заспавнились пауки, что ли. Я думаю, откуда? Кукурузочка! Взяла и мечом зарубила, наверное. Кукуруза, ну что ты ж делаешь? А, ты что, рядом со мной, что ли? Это ты вся вообще там была. Тебе, наверное, лагает. Угу. Так, зачем, а что ты последний не взял кукурузу? Да мне не, она не нужна. Вот так люди. В смысле, здесь очень много кукурузы, что ее собирать-то? Турбоёжик не любит кукурузу. Заткнись. Люблю я кукурузу. Да что, ребят, не есть, добрый путь. Я не хочу забивать инвертарь. Эти... О! Надо так... вот это дерево срубить. Трикапитейторское, смотри. Одно дерево срубишь. Дождь, дождь, дождь из деревьев. Я могу, конечно, включить дождь. Не надо мне дождь включать. У меня зависает из-за тебя. А у меня очень не виснет. Это чудо. Слушай, давай на этом закончим серию. Давай, все-таки в раю точно. Были. Я тебя не вижу. Райский биом, я тебя тоже не вижу, ты пишешься. Окей. У нас гроза идет. Гроза? Жрет. Ну, чтобы ты стала толстухой, всем спасибо. За них не толстый. Да я шучу, не станешь толстухой. Да, давай. Никогда. Ладно, дорогие друзья, если вы хотите продолжение серии, ставьте больше лайков. Чем больше лайков, тем больше просмотров, тем больше серий будет. Всем пока. Пока. Пока, обнимашки. Пока. С мечом обнимается, чтобы в спину воткнуть, да? Знаете, яблочко, а ты мне кукурузу. Ладно, давай, давай. Кукурузу? Ты мне не дала кукурузу. Я тебе дала. Нет, это неправильная кукуруза. Я ну, на тебе еще одно яблочко. Так. А где моя кукуруза? Я тебе... Не, на, я тебе кинула! Ты мне что, все кинула? Это не я бил, это не я уже. Это, по-моему, тебе муравей. Муравейка. Ладно, всем пока. Пока. Яйцо родила? Я это нашла. Высадила, ну забирай. Я нашла.